стартовал конкурс «Люберецкая супербабушка». Начат прием заявок. До 7 апреля заявку могут подать жительницы округа старше 55 лет. Сделать это можно в администрации в кабинете 449 или по электронной почте, которую вы видите на экране. К анкете приложите небольшой рассказ о себе, фотографию-портрет, сделанную не ранее 2022 года, и видеовизитку с рассказом о себе и своей семье не более 2 минут. Конкурс проводится по номинациям: визитка участника, суперхозяйственная, кулинарный конкурс, суперспортивная, спортивный конкурс с участием внуков, суперэлегантная, конкурс красоты и супертворческая, творческий конкурс с участием внуков. Конкурс проводится с марта по июнь включительно. Победительницу назовут в день празднования 400-летия Люберец 2 сентября. Напомню, что «Супербабушка» проводится в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».